блажен, кто посетил сей мир, его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Это из тютчевского стихотворения 1830 года «Цицерон». Вот это блаженство визита в мир Тютчев подарил себе, ну и своим многочисленным поклонникам. Оно случилось, это блаженство, точно ровно тому 210 лет назад, в декабре месяце, Тютчев родился и пробыл вот в этом хронотопе любви и страдания, в этом поле напряжения между истиной и ложью, в этом извечном поле судьбы, где вершится битва между жизнью и смертью, пробыл ровно 70 лет. И сегодня у нас хороший повод попытаться вот хоть как-то приблизиться к загадочности этой удивительной и очень противоречивой судьбы, но, безусловно, гениального поэтического творчества, которое подарил миру гений Федор Иванович Тютчев. О Тютчеве говорить довольно сложно, но, видимо, все-таки сама вот судьба подарила нам вот этот повод поговорить о нем, поскольку все-таки вот этот семинар небольшой, организованный областной научной библиотекой, он посвящен прежде всего попытке разобраться в сути так называемой русской идеи, и мы уже довольно много внимания уделили вот различным вариантам ее дефиниции. Можно ли как-то все-таки эту русскую идею при самых разных вариантах отношения к ней свести к какой-то единой знаменательности? И те из вас, кто, в общем, бывал уже на предшествующих занятиях, я это все время повторяю, помнят, наверное, о том, что все-таки эту общую знаменательность, по моему убеждению, точнее всего, сформулировал Арсений Гулыга, замечательный философ советских времен, написавший удивительные по своей философской глубине и актуальности книги, в том числе одна из них переведена на все языки мира, она посвящена как раз философу Канту. И в 90-е годы Гулыга написал книгу под названием «Русская идея и ее творцы», где он, как раз обобщая опыт русской религиозной философии, прежде всего, конечно, 19 и первой половины 20 века, но и в какой-то степени опыт русской литературы, сформулировал эту идею довольно драматично. Русская идея — это предчувствие всеобщей беды и поиски общего спасения. Вот если попытаться творчество Тютчева в какой-то степени связать с этой сутью русской идеи, то, безусловно, узнается явная прямо пропорциональность вот его художественно-философской напряженности и основной сути вот этой русской идеи. Поскольку для Тютчева, и это отмечали и отмечают многие исследователи его творчества, свойственно какое-то особенное, до некоторых даже странное, острое чувство
истории как катастрофы. И, казалось бы, в довольно все-таки спокойных социально-политических условиях Николаевской России, вот, по крайней мере, первой половины XIX века, несмотря на, я имею в виду, прежде всего, конечно, постдекабристское время, он вот в этой, казалось бы, повторяю еще раз, достаточно спокойной, бытийной ситуации распознал в какой-то поразительной тайне поэтического умозрения и сердцечувствия, распознал это время, это свое время, распознал как границу трагического перелома. Важно указать также на то, что именно в это время уже вершится и завершается чудо гения творца не только русской классической литературы, но и русского литературного языка Пушкина. И уже началось мучительное, вот те, кто был на двух последних занятиях, мы об этом пытались немного говорить, мучительное, противоречивое, рвущее в клочья как душу, так и сердце творчество Николая Васильевича Гоголя. И вот в условиях вот этого российского пространства времени, российского хронотопа, очень странный человек, о котором вот сейчас и речь, и, конечно, какой-то очень необыкновенный поэт переживает это время как роковые минуты, в которых в какой-то особой остроте, вот, как фонетики, так и философской глубины его тютчевского стиха ясно распознается драматичное переплетение вот внутреннего, прежде всего, конечно, поэтического, такого губительного пике в онтологическую бездну, о которой будет еще пару слов в контексте именно философской специфики Тютчева, и связь вот этого пике в глубинной субъектности поэта с грандиозными катастрофами не только будущей истории, но и самой природы. Поскольку это, и это общее место в научном литературоведении, тютчевская сметенная поэтическая фонетика теснейшим образом переплетена с сострадательной фонетикой самой природы. Поскольку для него мир — это организм, где все зримое и незримое, где все кажущееся на первый взгляд отделенным друг от друга, теснейшим образом переплетено друг с другом, как в органике, так и в неорганике мира, как в человеке, так и во всем то, что теснейшим образом связано с ним во всей своей целокупности в окружающей его природе. В этой связи, видимо, стоит упомянуть то, как одна из дочерей Тютчева от первого брака, Анна, ставшая впоследствии женой одного из самых известных славянофилов из известной славянофильской династии Аксаковых, это Иван Сергеевич Аксаков, вот, он был одним из первых, кто написал биографию Тютчева.
И в этой биографии опираюсь на рассказ своей жены Анны. Иван Сергеевич Аксаков описывает то, как появилось знаменитое стихотворение Федора Ивановича Тютчева «Слезы людские, о, слезы людские». Тютчев ворвался в петербургскую квартиру, где как раз находилась его дочь, мокрый, только что он попал под дождь, но вот эти вот слезинки неба трансформировались в его поэтическом преломлении, в слезы всего мира, в том числе и в людские. Напоминаю, это стихотворение 1849 года. «Слезы людские, о, слезы людские, льетесь вы ранние поздние порой, льетесь безвестные, льетесь незримые, неистощимые, неисчислимые, льетесь, как льются струи дождевые в осень глухую порою ночную». Вот, вот это вот, вот этот синкретичный полифонизм, где все внутреннее и внешнее, где, конечно, прежде всего сокровенная суть поэтической души, которая прежде всего, говорю это прежде всего для тех студентов, которые изучают искусство или литературу непосредственно, прежде всего в своей миметической, то есть подражательной сути. Искусство, поэсис, есть мимесис или подражание прекрасной природе, где вот душа творца, поэта, и душа самой природы синхронизированы, связаны, переплетены друг с другом. Поэтому если плачет душа, и этот плач, это страдание проникают в поэтический логос, то это одновременно плач самой природы. Так же, как если плачет сама природа, этот плач является синхронным с людскими, с людским плачем. У Тютчева очень простая, на первый взгляд, судьба. И он был обречен на внешнее благополучие с точки зрения, ну скажем, обычных, общепринятых в бытовом сознании параметров начала этой судьбы. Поскольку родился в старинной дворянской семье, в Брянском, семейное поместье которых находилось в Брянском уезде Орловской губернии в селе Овстуг. Вот там-то он в 1703 году и родился. И получив блестящее, такое целенаправленно организованное на будущее уже домашнее образование с приглашенными учителями, в том числе по иностранным языкам, в 1819 году начал учебу на отделении словесности Московского университета, закончил успешно курс и очень юным, очень молодым, 19-летним, уже был предназначен, благодаря в том числе, повторяю еще раз, не только своему дворянскому происхождению, но и блестящему образованию, был предназначен для юноши, безусловно, чрезвычайно, чрезвычайно ответственной миссии. Он поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел и был направлен в
Мюнхен для службы в дипломатической миссии российского государства. И пробыл на этой службе фактически чуть меньше 20 лет, до 1839 года. Последний этап этой службы, большую часть времени он провел в Мюнхене, завершился в Турине. И вот там, в Мюнхене, случилось многое, что важно учитывать, обращаясь к творчеству Тютчева. Во-первых, там случилось тесное и чрезвычайно значимое в контексте учета влияний. Каждый молодой человек так или иначе осознанно или неосознанно подставляет себя под те или иные виды влияний, в процессе которых формируется его личностная, индивидуальная суть. И вот одним из важнейших факторов влияния на Тютчева был гениальный немецкий поэт Генрих Гейне, с которым он вступил в тесные дружественные взаимоотношения. Но кроме Гейне, одного из величайших и самых страдательных романтиков в истории поэзии, на Тютчева оказал огромное влияние немецкий романтизм. Прежде всего, один из самых важных представителей немецкого романтизма — это гениальный, пронзительный, парадоксальный, до сих пор невероятно актуальный философ, мыслитель Шиллинг, с которым Тютчев не раз встречался, и с которым он состоял в том числе не в очень активной, но все-таки переписке. Именно со слов Тютчева мы знаем, например, как Шиллинг внимательно всматривался в российскую сторону, пытаясь понять, и вряд ли все-таки он сумел до конца понять то, что такое Россия и какое будущее уготовано этой таинственной, загадочной для великого немецкого философа, романтика, идеалиста страны. Вот, с моей точки зрения, одни из самых удивительных стихов, я их больше всего, признаюсь вам честно, ценю с точки зрения их познавательной, то есть гносеологической такой глубины, появились именно вот в 30-е годы, когда Тютчев находился в Мюнхене и очень интенсивно развивался. Его открытое юношеское поэтическое сердце нечто усмотрело, что по мне, я это в конце упомяну непременно, что по мне предвосхищает самые невероятные итоги, ну скажем, постижения истинной сути природы. Природы в ее кровном съединении, сродстве с тем, как происходит диалог между природой и человеческим разумом, наблюдателем. Тютчевские прозрения в глубину этой сути в какой-то степени коррелятивны, идентичны последним парадоксальным итогам современной квантовой физики, которая, изучая квантовые процессы в микромире, вдруг со страхом и одновременно с каким-то почти священным изумлением открыла то, что природа для того, чтобы хоть как-то себя познавать, все время настаивает на том, чтобы интегрировать в это познание фактор
изучающего ее ума, человека. В 30-е годы, ну, неожиданно для многих, в современнике Пушкина появляется целый ряд удивительных, хоть и коротких, но удивительных произведений Федора Ивановича Тютчева. Опубликованы 24 его стихотворения. В 1650 году Некрасов писал статью о русских поэтах, и совершенно неожиданно тоже для многих вот отнес прежде всего на фоне этих 24 опубликованных в пушкинском современнике стихотворений, отнес Тютчева, я буквально процитирую, к русским первостепенным поэтическим талантам. Это, безусловно, гениальные тютчевские поэтические прозрения с невероятными философскими идеями. В 1844 году Тютчев возвращается в Россию и поселяется в Санкт-Петербурге. И спустя некоторое время он, после многих перипетий личной судьбы, начинает государственную, уже непосредственно в России, службу. Он назначен был председателем комитета иностранной цензуры. И несмотря на всю сложность этого поста и многие вот внутренние неурядицы, в том числе среди коллег вокруг Тютчева, он занимал этот пост вплоть до своей смерти. Надо сказать, что по возвращению из Европы Тютчев, в общем, достаточно однозначно дистанцировался от своего литературного процесса. Ну, просто потому, что, скажем так, для серьезных государственных мужей Тютчев во времена, после смерти Николая I, во времена Александра II, дослужился фактически до второй позиции государственной иерархии. Он получил титул тайного советника. И это очень, конечно, серьезно. И вот любопытный факт, что несмотря на это, повторяю еще раз, тютчевское дистанцирование, и с моей точки зрения все-таки, ну, в какой-то степени весьма с точки зрения сознательной установки, весьма дистанцирующиеся отношения к своему поэтическому творчеству. Он написал, кстати говоря, не так много, если сравнить его с другими поэтами. Он написал там чуть больше 400 стихов. Он все-таки не мог не писать. И это очень важный фактор для понимания поэтического наследия Тютчева. Этот фактор вообще известен в истории литературного творчества, поскольку именно эта история доказывает то, насколько внешний человек или человек, который проводит или который идентифицирует себя со своим самосознанием, насколько он бывает неравен тому человеку, который в нем сокрыт. Вот поэты более всего вот эту вот нетождественность самосознающегося человека и того человека, который есть истинный в этом пытающемся самоосознаться, проявляют более всего, поскольку поэтическая душа оказывается неравной самому творящему поэту в его попытке, повторяю еще раз, самосознания. Вот Тютчев, с моей точки зрения,
вот для демонстрации этого факта фигура чрезвычайно значимая. И поэтому стоит значимо всматриваться в философскую глубину его стихов, в которых помимо вот этого исторически нам известного тющего, есть еще нечто, что имеет отношение прежде всего к тайне поэтического творчества, в его, еще раз обращаю внимание, в его меметической сути, как отражение судьбы, если хотите, в максимуме этого тезиса, судьбы всей природы, не только в той ее локальности, которая является человеку здесь и сейчас, но и во всей ее вне локальности, включающей как прошлое, так и будущее, где, в принципе, граница между этим прошлым и будущим в конечном итоге снимается. Природа, мир, как организм, одной из клеточек которых является поэт, но в основном в своей исходной сути он вдруг оказывается качественно равен всему этому организму. И поэтому ее болезнь или ее попытки выздоровления и отражаются в поэтическом гении творцов. О жизни, внешней жизни Чучьего все известно. И, ну скажем, вот в этом хорошем издании, двухтомном издании Тютчева от 1980 года, первое большое издание в библиотеке поэта появилось, полное соответствующее, в одном томе появилось в 1957 году. А вот это, оно обогатило то, в том числе, многочисленными письмами Тютчева. Вот здесь, во втором томе этого двухтомника, большинство из этих писем тоже приведены. Сохранилось больше 1200 писем Тютчева. Эта переписка, подобно переписке Гоголя, бесценна для тех, кто хочет разобраться в очень сложной, прежде всего, конечно, очень сложной личной и идейной судьбе Тютчева. Вот такая, казалось бы, внятность в отношении Тютчева, что касается его внешней жизни. Но совсем иначе биография Тютчева, преломленная в его поэзии. И вот попытка проследить внутреннюю поэтическую биографию и ее реминисценции или ее проекции во внутренней, во внешней судьбе и наоборот, это чрезвычайно увлекательное занятие. И, как я уже говорил, одно из самых поразительных в этой внутренней поэтической биографии – это гомологичность, это близость поэтических прозрений Тютчева с основной сутью русской идеи. Это предчувствие общей беды и поиск всеобщего спасения. В стихотворении от 1829 года читаем нечто, от чего дух захватывает. Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится, земных все зримое опять покроют воды, и Божий лик изобразится в них. Для юношеской души Тютчева характерно какая-то, вот, повторяю еще раз, это пронзительное ощущение острого катастрофизма бытия, мира, если хотите, пиемии, это
заражение крови от трупного яда, пиемии мира. И в этом смысле, как это ни странно, поэтические донации Тютчева, вот этого раннего, приближаются, ну скажем, к известным метафизическим поэтическим школам предшественников, особенно эпохи барокко, 17 века. Вот эту пиемию, эту болезнь мира остро переживал Джон Донн, этому он посвятил свой поэтическо-философский цикл под названием «Биотанатос». Когда Тютчев знакомится с записками мадам де Сталь, такая известная литератор и путешественница, которая побывала у многих именитых своего времени, в том числе Гёте, когда он знакомится с ее записками, посвященными Риму и окрестностям Рима, Тютчев пишет знаменитое свое стихотворение под названием «Малярия». В переводе с итальянского «малярия» означает «зараженный воздух», в котором, кроме всего прочего, такие строки: «Люблю сей Божий гнев, люблю сие незримо, во всем разлитое таинственное зло, в цветах, в источнике прозрачном, как стекло, и в радужных лучах, и в самом небе Рима, все та же высокая безоблачная твердь, все та же грудь твоя легко и сладко дышит, все тот же теплый ветер верхи дерев колышет, все тот же запах роз, и это все есть смерть». Эта апокалиптичность юношеского поэтического сердца, честно говоря, на первый взгляд поражает. Но я уже попытался обострить проблему поэтического восприятия и переживания. Казалось бы, на фоне довольно благополучных, я еще раз подчеркиваю, обстоятельств Тютчев делает блестящую карьеру. Он находится в центре цветущей Баварии. Он может совершать поездки в страны Европы. Но при этом он в какой-то степени, ну скажем, синхронен вот так же парадоксальному переживанию катастрофичности мира, в том числе, например, в живописи. Карл Павлович Брюлов в 1833 году пишет свою знаменитую картину «Последний день Помпеи», которая тоже насквозь проникнута странным предчувствием беды, катастрофичности бытия. И у молодого Тютчева это ощущение является одним из самых главных. Но сумел ли он, ну скажем, в параметрах или в контексте русской идеи найти формулу общего спасения? Или все-таки не сумел? Вот вопрос, на котором стоит задуматься. Вы вспомните тех, кто был на Гоголе, как Гоголь мучительно искал эту формулу, в том числе в неудавшейся, трагической для него, для его судьбы, попытке обратиться к России с выбранными местами из переписки с друзьями, ну или довольно знаковая судьба второго тома, дважды сожженного Гоголем, один раз в Риме, второй раз уже непосредственно в России, в Москве. А история любви? История любви Тютчева, которая, по мне, так, с одной стороны, свидетельствует о каком-то великом, что ли,
даре вот мира для, для Тютчева, поскольку, посмотрите на его возлюбленных, это были, ну, пожалуй, самые или одни из самых именитых красавиц европейской и российской действительности. И как драматично складываются эти истории любви, и как драматично это отражено в его поэзии. Ну вот, пожалуй, одна из самых знаковых любовей связана с баронессой Амалией Максимилиановной Грюденер, урожденной Лихтенфельда. Она была внебрачной дочерью немецкого дипломата, который в конечном итоге стал баварским посланником в России в 30-е годы, барона Максимилиана Лихтенфельда. О красоте Амалии знала вся Европа, в том числе Пушкин, Жуковский, есть упоминания о Грюденер в их переписке. Она была редкой красоты, женщина, с которой, когда она еще была совсем девочка, Тютчев познакомился в Баварии в 1820 году. Ну, и, безусловно, увлекся. Странным образом, это любовь метафизическая, безусловно. Она, с одной стороны, отражает суть, все-таки, как мне представляется, личностной основы Тютчева, а эту суть языком, ну, скажем, учености можно обозначить как эстетическое отношение к миру. Именно это эстетическое отношение является главным знаменателем всего европейского романтизма. Немецкий романтизм доверился гравитации чувственной любви и прежде всего ее феноменальной явленности в красоте. Красота и чувственная любовь. Именно вот эти два основных романтических, две основные романтические силовые линии пересекаются в чуде красоты Амалии Лихтенфельд. Два стиха, один из них всемирно известен, обрамляют эту романтическую историю. Первый, который Тютчев написал еще в тот момент, когда он не был женат первым браком. И второе, которое неоднократно было положено на музыку. Это «Я встретил вас, и все былое». Вот это стихотворение, помеченное двумя буквами К.Б, написанное за 3 года до кончины поэта, оно всем очень хорошо известно. Крюденер.баронессе. Расшифровка этого обращения. Я встретил вас, и все, буквально две цитаты из этого стихотворения. И все былое в ожившем сердце ожило, я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже вас очарование, и та же в душе моей любовь. Это романтическая поэзия, в которой прежде всего важно учесть то, что тайна поэтического прозрения в романтизме
связывается с попыткой вернуться в золотой век мира, в неповрежденную, полную жизни и гармонии первоприродность, вернуться прежде всего за счет тайны поэтического воспоминания. С точки зрения философии, это расчет на то, что в глубинах души каждого человека сохраняется вот этот квант, или вот эта вот способность вспомнить о том, каким должен быть мир. И романтики будто бы рассчитывают на то, что вот это вот идущее из сокровенной глубины каждого человека, тоска по этому миру, в конечном итоге инициирует активность вспоминательного разума и будет трансформирована в конкретную историческую реальность. Романтизм рассчитывал на эту тоску, рассчитывал на то, что эта тоска, я еще раз подчеркиваю, спровоцирует всеобщую вспоминательную, говоря языком греков, анамнезис, способность большинства людей. И они поймут, что живя в изувеченном, в изуродованном, в искаженном реальном мире, они все-таки имеют в своей истинной глубине довольно внятное представление о том, каким должен быть мир и каким должна быть жизнь. Тютчев остался романтиком. И, безусловно, в попытках разобраться в том, как складывалось его творчество в напряжении между эстетически ориентированным романтизмом и трансцендентно, вертикально ориентированной религиозностью, все-таки победил поэт романтик. Вторая его любовь – это его, безусловно, искренняя, преданная, хоть и сложная любовь к его первой, в общем, рано погибшей от болезни жене, Эмилии Элеоноре Тютчевой. Он женился в 1826 году на графине, урожденной Готмер, Элеоноре Петерсон, и прожил с ней достаточно гармоничную жизнь. Первая жена родила и подарила ему трех детей, так же, как и последующие его возлюбленные жены дарили ему детей. Но умерла она рано, после, те, кто немного знает судьбу Тютчева, после трагического события во время ее путешествия вместе с детьми из Западной Европы в Петербург. При возвращении она находилась на борту парохода «Николай I», на котором возник пожар, и при спасении своих детей она сильно простудилась, и спустя некоторое время, в 1838 году, умирает. По свидетельству близких Тютчеву, он от горя у тела умершей жены за одну ночь посидел добела от горя. Именно ей, Элеоноре, посвящено одно его тоже очень известное стихотворение. Наверняка из вас многие его знают. «Еще томлюсь тоской желаний». Это спустя почти 10 лет после смерти первой жены. «Еще стремлюсь к тебе душой в сумраке воспоминаний». Еще ловлю я образ твой, твой милый образ незабвенный, он предо мной везде всегда непостижимый, неизменный, как ночью на небе звезда. Вообще, поэтическое обожествление женщины и ее таинственной звездности
проходит через все творчество и судьбу, и судьбу Тючи. И это тоже, в общем, соответствует основной сути романтизма. Романтики программно знают, что женщина – это сгущенная, персонифицированная земная явленность, феноменология неба. Они это точно знают. Вот почему они и доверяются любви к женщине, рассчитывая на то, что вот эта гравитирующая суть женской богоравности, персонифицированная в конкретном, в конкретной избраннице, приведет, приведет странника к тому, что Навалис называл сокровенным голубым цветком, символ истины, мира в романтизме. И опять же, одна из важнейших лейтмотивов романтического и тючевского творчества – воспоминания. Душа пытается вспомнить код жизни в свете этого романтического любовного влечения. Такая любовь, казалось бы, но парадокс, если всмотреться в биографические, довольно все-таки заслуживающие внимания документы судьбы Тютчева в этот момент, поскольку, во-первых, уже вскоре после смерти первой жены, ну, чуть меньше года прошло, он вновь женится. В 1839 году на Эрнестине Дёрнберг. Но парадокс, к сожалению, все-таки такие вещи, тем более, что они связаны с стихами, нельзя не упомянуть. Парадокс в том, что с Эрнестиной он был знаком до этого уже 6 лет. И, судя по всему, это было не просто платоническое знакомство. Не просто, о чем свидетельствует в том числе одно из самых, с моей точки зрения, гениальных любовных стихотворений Тютчева. Он познакомился с ней уже в 1833 году. Причем при каких-то романтически странных обстоятельствах во время бала, заметив красивую женщину, супругу барона Дёрнберга, он подходит к ней, оказывает знаки внимания, и вдруг к нему подходит смертельно бледный Дёрнберг, знавший Тютчева, говорит ему о том, что он плохо себя чувствует и покинет сейчас бал, и произносит последнюю фразу: «Поручаю вам мою жену». Через несколько часов, в ночь ту же самую, барон Дёрнберг скончался. Вот об очень сложной вот этой специфике вот этого периода, ну скажем, между все-таки любимой женой. Вспомните посидевшего у гроба жены Тютчева. И новой любовью. И очень сложной, в общем, романтической тайны. Хотя романтизм эту тайну не открыл, что называется, он просто нам представил, переизначил. Поскольку в истории поэзии тайна, о которой сейчас будет речь, давно уже открыта. Уже, ну скажем, в самом известном контексте, это в греческой античности, в том числе в греческом мифе, это тайна двух любовей, это тайна двух Афродит, Афродит небесной и Афродиты земной, Афродиты возвышающей и Афродиты губящей. И в поле напряжения этих двух любовей будто бы Тютчев себя находит
и не может решить, и сердце решает. И решение этого сердца трагично. Стихотворение написано незадолго до смерти первой жены, от 1636 года. «Люблю глаза твои, мой друг, с игрой их пламенно чудесной, когда их приподнимешь вдруг и словно молнии небесной окинешь бегло целый круг». Многоточие. Но есть сильнее очарование. Глаза потуплены ниц в минуты страстного лобзания сквозь опущенных ресниц. Угрюмый тусклый огонь желания. В этом стихотворении два адресата. И несмотря на попытки тюрдоровидов как-то разобраться в их вот конкретной идентичности, я все-таки узнаю здесь первую жену и вторую, ту самую, которая после смерти Амалии, Эрнестины, стала супругой Тютчева. Но в этом стихотворении, безусловно, показан весь драматизм вот рвущегося поэта и рвущегося мужчины, поскольку Элеонора, безусловно, является первым адресатом, а вот эта новая любовь, страстная, с ее такой гремучей силой и опьяняющей мощью огня желания, эта сила становится давлеющей. Те из вас, кто любит Тарковского, знают, наверное, что именно это стихотворение Тютчева Тарковский сделал финалом своего, с моей точки зрения, гениального философского и, прежде всего, с точки зрения открытия истинной сути каждого человека. Произведение – это его картина «Сталкер», где в самом конце фильма показана больная дочь протагониста, больная дочь сталкера, которую называют «мартышка». И те, кто внимательно всматривается в символику девочки, видят то, что она буквально фольклорно одета, на нее накинута золотая шаль, и ты узнаешь в ней жар-птицу, которая в русской волшебной сказке есть не что иное, как символ души. Причем души, прежде всего, конечно, вечной женственности. И это самая сильная сила. И вот она, эта бедная, больная девочка, которую никто не может спасти, потом тому, как ни писатель, ни физик, вторые два важных, главных персонажа этого фильма, не зашедшие в комнату, исполняющую желание, потому что место исполняет желание только тогда, когда это желание идет из самой сокровенной сути. И не нашлось в них этой сокровенной сути добра, по крайней мере, с точки зрения их самоанализа, никто не вошел. И мартышка больна, как больна душа мира, согласно тому же Тарковскому. И вот она движет, она обладает термоядерной силой, она движет телекинезом предметы, имеющие тоже символическую нагрузку. И на фоне этого звучит вот этот стих Тютчева, потому что в какой-то степени в этом стихе, во всей его философской парадоксальной глубине, отмечена, может быть, самая главная весть поэтического творчества. Что полюбим, то и получим в конкретной реальности наших судеб,
и количественно в конкретной реальности судьбы всего человечества. Третья поразительная тоже, и, пожалуй, самая знаковая история любви Тютчева связана, наверняка вам всем это хорошо известно, с его внебрачной любовью Елене Александровне Денисьевой. Он встретился с ней в июле 1850 года. Это Эрнестина, это Елена Александровна. И довольно скоро она, происходившая из обедневшего дворянского рода, она, не могла не влюбиться, не могла не ответить на страсть Тютчева. И как раз именно с Еленой Александровной Денисьевой связан самый поразительный поэтический цикл в творчестве Тютчева, который исследователи так и называют, так и именуют Денисьевский цикл, который выполнен, в жанре какого-то максимального поэтического и эротического откровения, такой дневник сердца. Причем в этом дневнике важно учитывать, в этом поэтическом дневнике важно учитывать не просто то, что обычно прослеживает, прежде всего, обычное бытовое, повседневное сознание. Нет, тютчевская романтическая глубина мира видения давно уже, прежде всего, в его поэтическом логосе, прозревает в то, что следует назвать универсалию каждого человека. В своих возлюбленных он видит главную универсалию вечной женственности. А эта универсалия имеет отношение прежде всего к тому, что называется сама жизнь в ее природной формозначности. Сама жизнь, которая, однако же, оказывается в любовной теории относительности или в любовной производности от любящего. Поэтому мужская универсалия – это универсалия агентивная, задающая, создающая или формирующая эту форму жизни. И поэтому его Денисьевский цикл – это, если хотите, поэтическая диалогика между доминирующим маскулинным, то есть мужским историческим субъектом и самой душой мира, душой, прежде всего, самой природы. И этот диалог складывается абсолютно трагично, поскольку, в общем, конечно же, любовь и страсть к Елене Александровне Денисьевой стали, со стороны Тютчева, стали так или иначе ее смертным приговором. О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. И потом буквально в целом множестве строф признание собственной вины, будто бы поэт своей любви к душе мира признается в том, что он даже не Орфей в этой ситуации, который пытается вывести эту украденную смертью душу, пытается вывести из Аида
он буквально признается в том, что он погубитель. Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла, и на земле ей дико стало, очарование ушло, толпа нахлынув в грязь втоптала то, что в душе ее цвело, и так далее. Конечно же, не может поэт и человек, в конце концов, не увидеть то, что эта короткая, драматичная жизнь его возлюбленной в конечном итоге стала буквально производной, стала продуктом его губящего страстного отношения. И с одной стороны, он ничего не может поделать с собой, и с другой стороны, он, чтобы каким-то образом все-таки устроить отношения, а с другой стороны, он ничего не может поделать с тем, чтобы не погубить возлюбленную. Конечно же, Эрнестина, и весь парадокс в том, что это тоже в поэзии Тютчева, не могла не знать. Вот почему одно из его стихотворений трагических, где он буквально такой обвиняемый, одновременно судья, что ли, в самой ситуации, трагически звучит знаменитый стих, описывающий как раз вот эту драму с Эрнестиной. Она сидела на полу. Она сидела на полу и группу песен разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала, брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души. Смотрит с высоты на ими брошенное тело. О, сколько жизни было тут невозвратимо пережитой, о, сколько горестных минут любви и радости убитой, стоял я молча в стороне, и пасть готов был на колени, и страшно грустно стало мне, как от присущей милой тени. Вот здесь столько мотивов с точки зрения, скажем, литературоведческих нюансов. Здесь и мотив платонической тени, которую он находит, и романтизм соответствует этому платонизму. То есть то, что вот здесь является тенью главной идеи или универсалии того, чем является то, что здесь на самом деле. И вот она для него тень, ну скажем так, идеи небесной любви, это Эрнестина в этой ситуации. Или мотивика того же Орфея и Эвридики, потому что он стоит как беспомощный Орфей, зная, что он не выведет ее из мира теней, из Аида. Трагический стих. Эрнестина рвет их переписку, сжигает ее на глазах у мужа. Но и обе женщины несчастны. Ирина Александровна Денисьева умирает в возрасте 38 лет, и эта смерть, во-первых, она тоже нашла свое отражение в поэтическом наследии Тютчева. Весь день она лежала в забытии, она умерла от чахотки в Петербурге, и всю ее штени покрывали, лил теплый летний дождь, его струи по листьям весело звучали, и медленно опомнилась она, и начала прислушиваться к шуму, и долго слушала, увлечена, погружена в сознательную думу. Тут вообще невероятная, как можно так вообще пережить? Ну, и вот, как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила: «Я был при ней убитый, но живой». Это Тютчев о себе. А она говорит:
о, как все это я любила. Вот там идет летний дождь, там солнце, день, это жизнь, и жизнь уходит. Любила ты, дальше поэт, и так как ты любить нет, никому еще не удавалось. А дальше буквально крик, страшный, но одновременно саморазоблачающийся. О, Господи, и это пережить, и сердце на клочки не разорвалось, это на себе не разорвалось. Вот здесь, кстати говоря, во всей этой, во всем этом драматизме тютчевских вот, откровений, если хотите, мы с вами соприкасаемся в какой-то степени одной из самых сокровенных сути вообще того, что такое искусство. Скажем, достаточно существует, ну, вообще, по теории искусства нужно еще писать и создавать, потому что все-таки искусство все еще предчувствие, несмотря на то, что есть эстетики, и есть философские попытки разобраться в тайне искусства. Но все-таки, ну, скажем, но все-таки суть искусства все еще ускользает вот от попытки его умозреть и опредметить в какой-то теории. Вот все-таки для чего это искусство? И не может быть искусство в конечном итоге, если хотите, романтическим самообманом, или не может быть искусство в конечном итоге романтическим самооправданием перед самой жестокой истиной. Вот Ницше недаром как-то раз вот заметил, что искусство дано нам для того, чтобы не умереть от истины. Может быть, как раз вот гений искусства поэта Тютчева и не дал ему сердцу, как он тут пишет, вот клочки разорваться, хотя столько поводов уже было буквально на клочки разорваться. И можно еще указать на многие стихотворения, которые посвящены вот этой драме, но время ходит, и поэтому надо спешить. Тютчев прожил полную, я еще раз подчеркиваю, какой-то знаковый и очень полный, какой-то очень знаковый, если хотите, фаустианский знаковый, любовью жизни. Но как толковать эти love stories Тютчева? Как вот преломлять эти истории, связывать их в их преломлении, в его поэтическом творчестве? Это, с моей точки зрения, грандиозная, все еще серьезная задача, как для тех, кто придает какую-то значимость поэзии, ну и для тех, кто серьезно, научно пытается исследовать и изучать поэзию. Тютчев был не только человеком великой романтической души со всеми ее романтическими про и контра, со всеми ее романтическими противоречиями. Тютчев вошел в историю, кроме всего прочего, как один из тех, кто попытался все-таки решить мучившую XIX век Россию вопрос о ее месте в истории. Конечно же, близость к Аксаковым, к Сергею Тимофеевичу Аксакову, к его двум сыновьям, Ивану Сергеевичу и Константину Сергеевичу. Напоминаю, что первая, что дочь от первого брака, она была женой одного из лидеров славянофильства Ивана Сергеевича. Константин довольно рано умер, причем таинственно умер, не знаю, умер буквально, если хотите, в болезни, вот, полностью соответствующей, скажем так, основной сути, что ли, пассионарной сути славянофильства. Умер от тоски по отцу после смерти Сергея Тимофеевича. Константин буквально стал умирать, и он сам признавался в том, что он умирает от тоски по отцу. И в конце концов, несмотря на все попытки брата его спасти, он буквально вот ушел. Его смерть позвала через отца,
И он следом за этим зовом и ушел в смерть. Вот эта близость, конечно, но и кроме всего прочего, другие факторы, поскольку так или иначе Тюще все-таки был прежде всего среди славянофилов в своего времени. И в этой связи характерно то, что он писал серьезные работы. Вот он не закончил трактат под названием «Россия и Запад». Но в этот трактат должна была войти его знаменитая статья, ее часто цитируют, «Россия и революция». В общем, написанная под впечатлением от революции на Западе, прежде всего в конце 40-х годов. И одно из стихотворений «Бурь и утес» часто цитируется, тоже посвящено этой теме. Он все-таки распознается прежде всего как панславист. Причем, то есть как сторонник вот, патриархально-христианского единства, славянского мира, славянского братства под эгидой России. И вот в своей статье от 44 года «Россия и Германия» он в письме, эта статья фактически является отражением его письма, к доктору Кольбу, который тоже занимался вопросами мировых регионов, так скажем, в 19 веке. И эта статья вызвала интерес самого Николая I. Николай I, ну скажем, он обратил внимание на автора, но парадокс в том, что при этом Тютчев был при всем своем монархизме, панславизме. Вот что касается реальной практики российской монархии того времени, он был абсолютно убежден в том, что Россия Николаевская – это страна канцелярии и казармы, и что там абсолютно нет истины в России. Вот почему одно из самых парадоксальных его стихотворений, я имею в виду в цикле таких политических, это то, что он написал вскоре после смерти Николая, от 56 года, «Не Богу ты служил», обращается он к царю, «и не России, служил лишь суете своей, все дела твои, добрые и злые, все было ложь в тебе, все призраки пустые, ты был не царь, а лицедей». Самая известная, часто цитируемая, так скажем, российская, ну и в какой-то степени панславистское или славянофильское произведение Тютчева, это его знаменитое «Умом Россию не объять, аршином малым, аршином общим не измерить, у ней особенное стать в Россию можно только верить». Это абсолютно программа. Это абсолютно программа как вот, Алексея Степановича Хомякова, так и Константина Сергеевича Аксакова. Это основная программа славянофильства, где упор делается именно, если хотите, на природной мистике вот, общинного, христиански ориентированного народного чувства, где разум неугоден, где он персона нон грата, где он всегда вторичен. А вот эта вот вера именно в его стихийной своеобразной предзаданности и преформации глубиной тайной богоцентрированной русской души, это и есть суть славянофильства, которая отражена в том числе в этом стихотворении. Я к нему отношусь сложно, так же, как и, скажем, в программе славянофильства, поскольку считаю, что все-таки если разум отказывается, ну хотя бы от того, что называется гармонические взаимоотношения с нашими, вот, с нашими чувствами, с грамматикой нашего сердца, то нередко это может вылиться, ну скажем, в непредсказуемые, часто случившиеся уже в истории формы безумия. И вот у Тющева тоже есть нечто близкое к этому предчувствию, но все-таки вот именно в этих знаменитых его строках все-таки его кредо в наибольшей степени и выражено. Я считаю, что это кредо вполне соответствует основной сути
романтизма, поскольку романтизм, в общем-то, явился поэтической реакцией, ну и философской реакцией на рациоцентризм, рационализм просвещения XVIII века и того рационализма, который стал развиваться как основа всей культурной и цивилизационной парадигмы в последующие, после эпохи просвещения, времена. Но вот как должен складываться диалог между умом и сердцем, это одна из самых серьезных проблем. Я сейчас не буду ее затрагивать. Надо заканчивать, поэтому все-таки хотел бы кратко хотя бы обозначить то, что считаю наиболее значимым в плане педагогики Тютчева для потомков. Это наиболее значимо связано с его грандиозным прозрением, с моей точки зрения, все еще сегодня невоспринятым современным сообществом, прозрением в то, что можно именовать истинной сутью природы. Прости. Надо уже заканчивать, меня тоже торопят все. Это прозрение, которое, как я уже попытался кратко хотя бы обозначить, странным образом, креативно, синхронно, что ли, несмотря на историческую удаленность, с тем, как сегодня вот создатели современной научной культуры столкнулись, изучая парадоксальные процессы микромира в параметрах современной квантовой физики. И с моей точки зрения, эти прозрения Тютчев в том числе реально воплотил в своей биографии, в своих историях любви и страсти с любимыми и отчасти погубленными им женщинами. Эти парадоксальные, в основном юношеские все-таки стихи конца 20-х, начала 30-х годов. Это стихи, ну вот одно из них я приведу здесь. «Не то, что мните вы природа, не слепок, не бездушный лик, в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. Они не видят, они слышат, живут в всем мире, как в потьмах, для них и солнце знать не дышат, и жизни нет в морских волнах, не их вина, по ней, коль может, органа жизнь глухонемой, увы, души в нем не стревожит, и голос матери самой». Это болезненная тема, поскольку все-таки самая большая проблема современной науки, современной цивилизации, это утрата, ну, если хотите, инстинкта самосохранения или физического, или метафизического чувства своей соединенности и своей сродственности с тем, что называется природный мир. Тютчев четко прозревает суть природного мира и место человека в нем как в суть организма, а не механизма. И в этом организме все живое, все наполнено жизнью, а не просто лишь только человек-царь этой механики, как сегодня полагает, ну скажем, стандартная модель современного естествознания. И вот современная квантовая физика, как это ни странно, она приближается к этим поэтическим открытиям Тютчева. Поразительные открытия. Но завершить бы все-таки я сегодняшнее занятие хотел, ну, хотя бы таким немым, что ли, укором, Тютчеву, поскольку все-таки считаю, что эстетического основания поэзии и жизни сегодня уже, да и раньше, было всегда недостаточно для того, чтобы жизнь беречь. И в этой связи, скажем, греки с их мифом об Орфее, не сумевшем вывести из царства смерти украденную душу, ну, предвосхищают, что ли, в том числе как поэтическую, так и жизненную драму самого Тютчева. Самым парадоксальным образом, и на фоне того, что он думает о природе,
И вот в контексте его любовных историй сам поэт в это прозрел. Его стихотворение от 52 года. «О, не тревожь меня укорой справедливой, поверь, из нас из двух солидней часть твоя». Это стихотворение, конечно, обращено к Елене Александровне, уже мертвой. Простите, мертвая, в начале их истории, уже мы о ней говорили. «О, не тревожь меня укорой справедливой, поверь, из нас из двух солидней часть твоя. Ты любишь искренно и пламенно, а я на тебя гляжу с досадою ревнивой, и жалкий чародей перед волшебным миром, но и созданным самим без веры я стою, и самого себя краснее осознаю, живой души твоей безжизненным кумира». Что может быть еще более острым и глубоким вердиктом для своей колдовской мощи по отношению как к природе, так и ее персонифицированной сути в женщине, и своей безжизненностью перед опустошенностью в безверье на фоне ее живой души и ее живой способности любви, обреченной на страдания и смерть. Ну, на этом я хочу закончить, еще раз подчеркнув то, что все-таки этот семинарий в областной научной библиотеке, он, конечно же, помимо всего прочего, имеет метазадачу. Будет она решаться или нет, это я тоже не знаю, потому что все непросто. Но это все-таки метазадача не в том, чтобы, ну скажем, проникнуться по возможности в творческие гениальности самых известных русских классиков, но в том, чтобы все-таки первым делом постараться воспринять пусть нередко сложный опыт их, скажем так, педагоги. Тютчев вряд ли может быть поводом для педагогики жизни. Ну а может быть серьезным поводом для педагогики глубокого самомониторинга. И вот к этому я призываю всех тех, кто все-таки хочет на наших небольших занятиях, что ли, прежде всего, учиться жизни. До свидания, большое спасибо. Спасибо!